в Алупке. Церковь какая. Лесу. Вот эти как дом построили. И оставили дерево. Так выглядит Алупка. Кафе, камера, сауна. Хаденджа с такими львами. Улица Приморская. Переулок Приморский, вилла Татьяна вправо. Ну и море там. Мы идем в парк, а потом в дворец. Домяру строят. Чебуреки стоят 75, 80, 85, 90, 90 с бараниной. Какие старинные здания. Дворцовое шоссе 5. Музыка. Ворота хорошо сделаны, мощно. Вот еще одни ворота, вторые. Мощнячие. Ракушки разных мастей. Видите, какие здоровые. А сверху ежики какие-то, рыбы. А это всем знакомо. Денег нет, но вы держитесь. Не, я понимаю, место. И сразу место, да. Гора. Место высветилось. Гора и петли. Сказать или
за 350 видео. А тут 550. Да кому интересно, на паузу поставить. Так, вот так удалю сейчас. Как в море охота искупаться. Воронцовский дворец. Тачка какая, видите? Все дела. Точила все дела. Там цветы красивые растут. И море. Дерево какое. Взрослый уже, походу. Поливаем. Радуга. Ох, как радуга играет. Опа, пошла радуга в сторону. Присмотритесь, радугу. Вот я хожу, и радуга ходит, играет. Дерево, смотрите, какое, что-то пожелтело как-то. Бесстыдница, что-то ж пожелтело. Интересно. А вот здесь вот смотрите какие. И круглые, и квадратные. Какие хочешь. Цветы, море. Тысяча 1829 год. Внимание, вода не питьевая. Вода не питьевая. Перед вами Воронцовский дворец. И лужаечка такая зелененькая. Выставка в садовом домике. Все поливается.
где-то я тут рыбу искал. Сейчас поищу еще раз. Зимой я тут был. На Новый год. Где-то здесь. Вот он, это озерко с лилиями. Где наши там сазанечки? О, ну, одного я увидел. Одного я увидел, прям сверху, под лобухами завис. А нет, это листок. А чё ж, неужели тут рыбы нет? Не может быть. Тут пузыри пускает. Можно вторую камеру опустить на дно и увидеть. Ну, лень мне. Видите отражение в озере дворца? Трудом, да? У меня рюкзак, у него вещи, ноутбук. Тяжеловато с ним тусоваться. А тут еще там что-то Пушкин нарисованный. Выставка. Конференц-зала. Государственный музей Пушкина. О, кот Базилио лежит там. На солнышке греется. Как в Турции, да? Маша, иди туда пока, потом со мной. Потом со мной. Давай быстрее. Переход. Все уже собирается опять. Половина в масках ходит, не половина, все. А слева смотрите, Айт-Петри. Да, не столько сам, я не знаю, они
кто с экскурсии, все в масках. Воронцовский дворец. Да. Там поле огорожено. Огромное здесь огромное. Потеньку, потеньку, и надо домой чесать. В смысле, в Ялту. Идемте у тебя в тенечек. Давай, Русь. Пошли у меня. Ну вот такой дворец, короче. По парку я не пошел. Там много где можно ходить. Видели тут водопад? От водопада. Одна дорожка будет в сторону, да? А вторая ступенечки вверх. В принципе, декабре и так, 1824 года по апрель 1851 года Воронцовский парк Валуки создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садоводник Южного берега Крыма Карл Антонович Кебек. Осторожнее, если извиваются, вы все равно ориентируйтесь, что вам... Потом вы увидите еще вторые водопады, да? Ливадия. И от них прямо возле водопадов дорожка вот так вот идет, огибает поляну. И вот потом она же идет. То есть это вот буквально 2-3 поляны и будут озера. Возле Лебединого озера. Ливадия тоже вон обвел. А по домам Николай Краснов, молодой. Там вон водопадики есть, я не пойду туда. Городской пляж, но это далеко очень спускаться. Потом подниматься. Я лучше в Приморском парке искупаюсь в новом. То есть в Приморском пляже. Среди деревьев легли. Здесь очень много растений разнообразных, поэтому здесь детская лечебница по легким, Валубки.
24 августа, Алупка, Крым.